поле на окраине села Луговое стало настоящим яблоком раздора. Началось все в далеком 2012 году. Тогда по программе «Земля многодетным» свой земельный надел в населенном пункте получили около 2000 семей. В проектно-сметной документации значились даже школы и детский сад. Тем временем земля до сих пор пустует. К нам в редакцию обратилась группа активистов с просьбой помочь разобраться в затянувшейся проблеме с коммуникациями, которые городские власти обещают протянуть на земельных участках вот уже который год. Наша съемочная группа выехала на место, где люди наглядно показали, что из себя представляют земли, которые им торжественно вручали несколько лет назад. Как оказалось, никаких коммуникаций в поле нет. Нечего говорить и о дороге. Если летом проехать к своему участку особо труда не составляет, то зимой проехать может лишь внедорожник. Мы получили участок как многодетной семьи в 2013 году. Конечно бы нам хотелось бы построиться, но у нас нет средств. Но мы решили для себя как бы под картошку, под морковь посадить. Но мы сажаем. Дело в том, что у нас нет дорог нормальных. Пройти невозможно. Проехать невозможно. Воды нет. Чем поливать? Так и ничего не будет расти. Проходя по обширной территории, а точнее пробираясь по огромным сугробам, в поле у леса можно найти только участки, огороженные подручными средствами – кольями и веревкой. Единичные, не побоюсь этого слова, смельчаки все-таки умудрились построить небольшие дома, которые, по словам местных жителей, периодически разворовывают. То есть мы вот хотим построиться, но мы не можем вкладываться просто так, ходить как на памятник, смотреть на наш дом и мечтать, когда же мы туда заедем. Потому что нету ни дороги, ни света. Газ, воду, коммуникацию, мы даже не мечтаем, мы не хотим этого. Не то, что не хотим, мы не только свет, потому что воду можно пробурить, но опять же, чтобы ей пользоваться, нужен свет. Что-то отопление здесь, да, тоже можно использовать свет, чтобы отапливаться, ну так печка, вот я не хочу. У меня четверо детей, которых, ну, я не смогу так. Понимая все бедственное положение людей, мы решили хоть как-то помочь многодетным, поэтому направили запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в мэрию. Нам ответили, что в Луговом уже установили трансформаторную подстанцию и несколько участков подключили к электросетям. Самая главная проблема оказалась в сроках. По словам сельчан, при подписании договора о проведении коммуникации в городской администрации жители заверили, что электричество будет подведено намного раньше указанных сроков. Они сказали, подпишите договор, и мы будем работать, будем действовать. Уже в сентябре у вас будет свет. Я им всю ситуацию объяснил, то, что у нас есть дети. Но долгожданного электричества на участке не поступило и в конце 2018 года. Хотя по документу, заключенному между подрядчиком и местными жителями, участки должны подключить к сетям в августе 2019 года. МРСК «Волга», ульяновские распределительные сети, которые и должны обеспечить людей электроэнергией, заявили, что уже пошли навстречу людям. И вместо августа сроки решено сократить до марта 2019 года. В городской администрации добавили, что собрание с владельцами участков проводится ежемесячно. Кроме электричества, уже готовится документация на строительство остальных сетей и благоустройство общей территории. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.